Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с ректором Московского государственного машиностроительного университета Андреем Николаенко. Речь шла о подготовке кадров, востребованных на рынке труда, в частности, специалистов инженерно-технического профиля. Андрей Николаенко выразил благодарность республиканским властям за поддержку Чебоксарского политехнического института филиала МАМИ. Здесь, благодаря поддержке вас, Министерства образования республики, мы видим, что вам интересно наличие политехнического фактически университета здесь. Поэтому, я надеюсь, будем работать долгие годы. Глава Чувашии заметил, качественное образование можно получить только в вузах с хорошей репутацией. Сегодня в Чувашии остались только учебные заведения, которые гарантируют подготовку квалифицированных специалистов. Что касается машиностроительного университета, заметно серьезное отношение к филиалу. 2700 студентов обучается. Но самое главное, те специалисты, которые получают диплом о соответствующем образовании, они сегодня востребованы. Андрей Николаенко заверил главу Чувашии, что вуз будет и впредь поддерживать высокие стандарты образования. Михаил Игнатьев поздравил ректора университета, преподавателей и студентов Чебоксарского политехнического института с 60-летием. Сегодня филиал ведет не только образовательную, но и большую научную работу, как по фундаментальным, так и прикладным направлениям. За последние 15 лет опубликовано 40 монографий, 28 учебников и пособий, более 2500 статей. Получено более 100 патентов на объекты интеллектуальной собственности.